Девчонки, всем привет! Сегодня будем делать очередную маску для волос. Так, что сделает нам эта маска? Значит, первое, на то, что она направлена, это укрепление. Второе, питание. Третье, блеск сумасшедший должен быть. И упругость, ну а также мягкость ваших волос. Так, давайте сначала покажу, что для этого нужно. Ну, как обычно, посуда. Потом, значит, из чего это будет масочка? Из кефира состоять, из гранатового сока. Вот такой вот гранатовый сок. Можете прямо из настоящих, из свежих гранатов выжать себе немного на волосы, не пожалеть. Немного лимонного сока. Ну и каких-то масел. Я вот взяла специальные масла для волос. Вы можете взять любое, миндальное, там какое хотите. Ну, я вот беру такие вот масла, которые легче всего смываются, потому что волосы длинные и проблематично смыть их. Так, ну давайте приступим. Значит, все делаем произвольной, можно сказать, пропорции. У меня такой жидковатый кефир сегодня, поэтому масочка у меня будет жиденькая. Ну, что поделать. Значит, кефир. Смотря у кого какой длины волосы, поэтому я вот вам не могу сказать, сколько к чему. В общем, как душа лежит. Значит, кефир, потом выливаю гранатовый сок сюда для блеска. Также выжимаю сок лимона. Угу. Еще буду выжать его. Лимончик у меня старенький. Вот несколько капель. Я много не буду, потому что вы тоже не... Старайтесь не переборщить. Лимон может у кого чувствительная кожа пощипывание вызвать. Так, ну и в конце добавляем уже масла. Я сегодня соединю два разных масла. Репейное свое любимое с крапивой и гвоздикой. И здесь вот укрепляющее масло от Агафьи. Ромашка, женьшень, шалфей, даурский шиповник. И его тоже добавлю. Эти масла очень хорошо смываются с головы. Вот размешиваем всю эту смесь. Кстати, если вы боитесь, что у вас все это потечет, можно добавить сюда бальзамчик какой-то для волос. Ну, кремовый такой, чтобы у вас так вот слишком жидко это все не было. Но меня такая смесь, в принципе, вполне устраивает. Я потом надеваю шапочку для душа и хожу полчаса. Сходим с маской полчаса. И свои результаты, то есть результат от этой маски на своих волосах, я выложу в своем блоге фотографии. Так что желаю всем красивых, здоровых волос. Надеюсь, вам понравилось. Пробуйте. Сок граната не жалейте. Он придает хороший блеск волосам. До новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.